Всем здравствуйте! Сегодня расскажу о таком расширении Bridge Translate App. Данное расширение вам позволит перевести текст на любом сайте. И я вам покажу, как все это работает. Давайте перейдем к установке данного расширения. Нажимаем на вот этот синий текст. Нажали. И переходим в Яндекс.Магазин расширений. И нажимаем «Установить». У меня, как вы видите, уже установлено, но вы устанавливаете, нажимая вот сюда. И нажимаете сюда «Установить». Давайте все-таки продемонстрирую, как же оно работает в настоящих условиях. Вот я взял английский текст, как говорится, весь сайт на английском языке, русского здесь ничего нету, как вы можете видеть. И вот давайте вот с этого места начнем. Смотрите, нажимаем на данное расширение, нажали. Смотрите, запомните, это очень-очень важно. Спереди должно быть язык, с которого вы хотите переводить, и на который вы хотите переводить. Если у вас будет наоборот, у вас оно не будет работать. Запомнили? Ну, молодцы. Нажимаем на красную кнопку. Нажали. И у вас, видите, весь сайт, весь перевелся. Очень удобно, заметили, да? Не надо нигде искать, переводчиков ходить там. Яндекс, Google, где-то гуглить. Все в одном месте. Одну кнопку нажали, и целый сайт сам перевелся. Ну, давайте еще в другое место зайдем. Ну, так, чисто. Ну, вот, к примеру, статья какая-то. Давайте ее переведем. Как вы можете видеть, тоже все на английском языке. Нажимаете. Перевести. Перевелось. Ну, теперь давайте все-таки, ну, не будем весь день поясничать. Давайте еще раз покажу вам. Только уже немного в другом варианте, как вы понимаете. Вот этот текст я весь скопирую. И давайте откроем данное расширение. И вот сюда найдем. И как вы можете видеть, здесь есть языковые классы. Вот. Давайте сюда вот нажмем перевести. И смотрим. Вот сюда. Раз, и все. И вот сюда. Так, ага. Вот сюда, значит, надо. Вот так вот. И вот так вот. Верхнюю вы нажимаете, вставляете сверху текст, снизу отображается ответ. Вот, как вы можете видеть, переведенный ответ. Все. Перевести больше не надо. Потому что оно, вот, видите, все перевелось. Смотрите, как это работает. Вы сюда вставляете английский на русский, а сюда с русского вы вставляете на другой, на корейский. Ну все, так, теперь что вам надо сделать, это еще показать вот эту вот, смотрите, за такую вот галочку, видите, это вот еще один язык будет третий вставляться на случай, если у вас совпадет с этим языком. Вы его можете также менять на какой-то язык. Но по стандарту будут работать вот эти языки. Понимаете? Если появится вот этот язык, она будет работать с этим языком. Но я вообще рекомендую эту галочку не нажимать, так, потому что это бессмысленная нагрузка на ваш браузер. Ну, смысла нету. Вы же не будете постоянно на японском или на корейском где-то там ходить. Обычно самый популярный это английский и русский язык переводы. 90% всех переводов составляют эти языки. Ну, именно в русской части я имею в виду, не во всем мире, а именно в русской части. Ну, спасибо за то, что вы досмотрели ролик до конца. Всем удачи! Не забудьте поставить мне лайк, подпишитесь на мой канал, пожалуйста. И всем удачи! Пока!